Доброго времени суток, дорогие зрители, с вами DevilsAin, и сегодня мы поговорим о новой лиге 3.25 Settlers of Kalgoor. Это довольно-таки крупный патч, там добавили новый город. Первый день я решил стартануть, выбрал билд для старта Toxic Rain. Он далеко не самый сильный, но очень бюджетный, и я на нем уже стартовал некоторые лиги. Первый день у меня получилось очень неплохо пройтись по Атласу, хорошо прокачать персонажа. В обновлении я успел уже неплохо отстроить город, и корабли начинают уже неплохую валюту вести. На видео я только показал какой-то хлам, но какой-то смысл есть город качать. На старте, в принципе, пойдет. Первую неделю это хороший контент, а дальше это будет уже неинтересно, это будет копейки. Так иногда по 5 минут тратить на город, в принципе, можно. Но жить городом нет смысла. Сразу как я заметил, что у меня билд за считанные секунды не разносит всю и вся, я решил полностью переделать свой билд уже в Crit Elemental Hit of the Spectrum Dead Eye. Замечательный билд на критах. С ним я спокойно чищу карты. Это уже второй день, и он еще не закончился, а у меня есть билд, который чистит спокойно весь контент. Теперь я могу каждому из вас помочь пройти все акты. Я вам предлагаю самый быстрый способ прохождения. Дальше уже можно спокойно делать свои билды. Я могу пробежать за вас все акты. У вас будет 60 уровень, может быть и больше, смотря как пробегу. Все очки пассивок с квестов, все пантеоны, и можно на любой класс. Пока бегаю, я еще могу и билд вкачать, но это не всегда. Я уже не первую лигу пробегаю так. Если надо, пишите в комментариях. В следующем видео я могу скинуть, как я пробегаю данные акты. У меня есть команда. Мы вот как раз с этими опытными игроками недавно создали тир-лист для комьюнити. И сейчас этот тир-лист очень часто раскидывают на ютубе и показывают оттуда билды. Так что какой-то вклад мы уже сделали в комьюнити. У меня вообще не хватает времени, чтобы монтировать видео и много записывать контента. Поэтому видосов навряд ли будет много. Именно с гайдами, еще с чем-нибудь. Но в дискордах мы очень хорошо общаемся со всеми и помогаем новичкам. Если что, я могу и в стиме пробежать все акты, и в обычном клиенте Pass of Exile. Все анонимно и безопасно, так что можно либо написать в любой из соцсетей, либо пойти на Boosty, там тоже можно переписываться. Можем договориться. У меня как раз следующий забег будет, так что будем завершать это видео. Огромное спасибо за просмотр. Оценивайте это видео лайком или дизлайком. Также высказывайте свои мнения в комментариях об этом видео. И не только. Также сканируйте QR-код на экране, если хотите увидеть все ссылки, которые YouTube не дает мне сделать кликабельными на канале. Желаю вам хорошего настроения, удачи во всем. С вами был DevilsAin. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, ведь так вы не пропустите видео. Можно поставить уведомление с помощью колокольчика. До следующего видео.